Итак, сегодня 7 ноября, температура нашей станицы, да и вообще в Краснодарском крае примерно градусов 18, ну может не 18, 16 где-то, очень тепло. Расскажу, что я сделал. Ну, во-первых, я купил пильную цепь на свою бензопилу Эхо, взял на этот раз штилевскую цепь, штиль, это пилы есть такие, очень хорошие. Вот эти вот все штуки я перепилякал, вот, чтобы под дровокол потом их легко разрубить было, это на зиму греться. Далее, ну с водопроводом, я тут трубы уже прокладываю, вот осталась только одна труба, мы не докупили, немножко неправильно посчитали. Вот сейчас денежка будет, купим трубу, сделал вот в дом, здесь все засыпется, вот. И, соответственно, колодцы тоже все сделано. Ну-ка, свинья, отойди. Не трогай здесь, вот кран не открывай. Вот там все подсоединено, единственное, только заменить осталось. Кран, который синеньким барашком, он такой старый, уже весь течет. Вот, да и вот, видите, здесь все вот так вот был расчет. Потом здесь будет утеплитель сверху, чтобы зимой, хотя она здесь короткая, не промерзла наша система водоснабжения. Ну, кое-что в огороде дела тут сделали. Крышу вчера вот очистил у этого сарайки вот этой, от всякой дряни. Попилили деревья с тылу дома. Вот осталось еще одно дерево, которое надо спилить обязательно, чтобы оно там на дом не падало, ничего не качало. Вот так уборка происходит. Еще надо кое-что спалить, вот эти вот ветки все обрубленные. Тут тоже куча мусора, пока шифером закрыли. Вот, но вообще погода у нас, точнее, у нас вот здесь вот минус, плюс 16, а в Амурке сейчас, вот сегодня я узнавал, плюс 17 было в Белогорье, ну в городе тоже. Но в Отройке, наверное, плюс минус 25. То есть минус 18 и минус 25. Поэтому наглядно видно разница в погодных условиях. Вот. Здесь мы немножко сделали дорожку от грязи с помощью шифера. Потом это все зацементируется. Моя пила. Вот. Так. Коммуникация. Вот здесь такой выход сразу холодной воды с фильтром. Все жестко, все хорошо. Здесь потом зацементируется. Вот. Ну и будет дальше разводка для мойки, чтобы мыть посуду. Вот. Будет все чинно, хорошо и благородно. Также сделали такие вот деревянные упоры для стекла, чтобы застеклить второе стекло, чтобы было более красиво, симпатично. Потому что тут раму вставлять пока никакую не стоит, дорогую. Вот. Поперечная рейка и два стекла. Ну вот, пожалуй, пока и все. Ну вот, в общем-то, газ у нас есть. Так. Газ у нас есть. Вот, баллонной системой. И вода у нас есть. Вот он, момент истины. Фильтр. Ну, тут еще будет разводка. Но самое главное, что она есть. И этим все сказано. Вот так, господа. В доме вода. Закопали мы там трубу, подцепили, будем жить.